Подходим, подходим на прием. Будет коктебельский подъем. Подходим, не включаем, коктебель не забываем. А для карта Приморья каждый год приезжаем. Вы купили букетик, чтобы любимая ночью прислала приедет? Уже есть. Дай бог между ног крепкого здоровья. Давай, ты был на приеме? Не, есть, иди, есть. Иди, я тебе похлопаю на видео. Не, спасибо. Иди. На видео, знаешь, как интересно? Иди. Не, спасибо. Да не бойся, в YouTube помещать. Можешь очки одеть, чтоб не знали. Одевай, не бойся. Иди, говори. Не бойся. А что ты будешь, если она пойдет к соседу, а будешь тихо сам с собой вести беседу. Иди. Иди. Будешь сюда молодец, кирпич будет, конечно. Иди на прием. Это нормальный подъем. Иди сюда. Я такая, что сюда приду. Таня. А как его имя? Александр. Санек, чтоб стоял ебунек по самый пупок. Ташок, подымайся, гребешок. Чтоб стояла шляпа и пальто из драпа. Чтоб ебун букет стоял много лет. Приезжай, Санек, как тебе. И гуляй, как обель. А тебя как зовут? Как там разберетесь? Только с хорошей девочкой, да плохие девочки не убегай. Наконец не намотай, с хорошей девочкой бывай. Своя ебушечка, своя ракушечка, все свое. А чужие там по ебушке бегают, плохие ракушки. Забегут на ушки, намотают, да уйдут. Лучше вот с нормальной девочкой бывай. И радость, и счастье, понимай. А ты откуда сам? Орловщина. Орловчане, нормальные ебанчане, никуда не удирай, и хорошо, как ты бери, отдыхает. Орловские ебушечки, душечки так дают, аж ракушечки поют. Улыбнись, как ты бери, чтобы яйца не запрели. Чтобы была у тебя дача, машина, квартира и дача, чтобы зарабатывал бабосы, не теребил свои кокосы, решал любые вопросы. Россия вперед, труба поет, так прет, так прет. То Санька уже встает. И любимая дает. На 100 грамм на 200 будете вместе. Ну, нужно давать 100 рублей, чтобы трахался повеселее. 100 рублей для поднятия ебунов. На тебе.